начинает хавать в машине шавуху. Жалобы ебану на вас, что? Да в смысле не по-мужски? Не по-мужски у тебя в машине есть, бля. Я целый день, сука, на стройке проебашил, нахуй ты мне говоришь, нахуй есть. Но. Всем привет! Снова конфликт, как из названия уже все поняли. В общем, какая суть? Все вечером знают, что работы, в принципе, в определенный промежуток времени ее просто нету, да? Соответственно, мы просто берем заказик на Гвардейск, стоим и ждем. Подлетает чувак, открывает дверь и говорит: «Че, на Гвардейск?» Я говорю: «Да». И я ему говорю: «С пивом сразу не поедем». «Да?» Я говорю: «Да, давай допивай». Он такой: «Окей, сейчас, братан, вот 2-3 минуты допью и поедем». Хуякс, ушел. Минута, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Залетает в тачку. Я думаю: ебаный в рот, блядь, нихуя себе. Вот это бутылка пива. Насколько она важна, чем поездка на Гвардейск. Приходит, я светик гашу. Только мы отъехали, я ему говорю: «Слушай, давай-ка мы денежку сразу как бы рассчитаемся, потому что ты что-то какой-то такой сякой». И да, поправочка, ну, если вы видите, что клиент как бы, ну, такой сякой, как бы надо, наверное, все-таки предоплату заранее брать, если вы едете куда-то на дальняк. Получается, он дает, все, рассчитываемся, все, ништяк. Потом такой, буквально метров 50-100 отъехали, и говорит: «Бля, короче, слушай, братан, а давай мы поедем через Полесск». Я думаю: «Че, блядь, Полесск? Какой нахуй Полесск-то, блядь, а?» И тут он начинает, блядь, вообще бинго делать просто. Начинает хавать в машине шавуху. Оказывается, он купил шавуху, почему его так долго не было, и начинает ее жрать в салоне. Я, бля, пиздец. Я вот включаю свет, дальше вы видите... Сзади пить пиво как бы нет, нельзя. И поедание еды тоже как бы не приветствуется вообще. Почему? Ну потому что. Если с чем-то не согласны, ну отвожу, ну обратно и все. До свидания. Не, ну давай тогда так здесь сделаем еще. Ну. Что за бред, я не пойму ни фига. А? Что за бред? Какой бред? Ну я аккуратно. Что аккуратно? В смысле, ем аккуратно, бля, пиво аккуратно. Я плачу за такси. Хорошо, только это не столовая. А? Такси — это средство передвижения, а не столовая. Я понимаю, как я отвечаю за себя, во-первых. А зачем мне вот эти отвечаю, не отвечаю? В смысле? Не, если я, блядь, хам, если я напился, если я свинья, тогда базара нет. Как бы, ну... Это вопросов нет. Я еще раз повторяю, если с условиями не согласны, да? В моей машине никто не ест. Никто не ест, никто пиво не пьет. Вопрос. Давайте развернемся, поедем назад. Мы уже едем назад. Все хорошо, спасибо. Можно не кушать, потерпеть. Да? Такси, скажите свой номер. Для чего? А? Для чего? Ну жалобу ебану на вас, что? Жалобу? Да конечно. Да нихуя себе. В смысле нихуя себе? А чё так, ну сразу жалобу? Чё, крутой такой, что ли? Я плачу за это, бля, во-первых. За что вы платите? За то, чтобы можно пить в салоне пиво? Я у вас о разрешении, во-первых, спросил. Спросил. Ну. Я что ответил? Отказ был? Был. Ну. А насчет еды был отказ? А никто и не спрашивал для начала? Не, а может... Для начала никто и не спрашивал, вы просто взяли... Нет, подождите, стойте, может спросить еще бабу, можно выебать, нет? Нет. При чем здесь баба? Не, ну... Как при чем? Так я спрашиваю. Я насчет выпивки спросил. Давайте по факту. Давайте по факту, да, конечно. Вы сидели сзади, ели? Да. Было такое? Да, конечно, я не спорю. А разрешение-то спросили? А, может, еще разрешение спросить, можно кушать, нет? Как бы да. Да, в маршрутке спрашивают, можно кушать, нет? В маршрутке? Да. А это что? Вы подождите. А это что, маршрутка, стой, что ли? Мы... Какая разница? Большая вы разница. Вы меня спросили. Большая разница. Я вам спросил, выпить можно, нет? Сядьте, пожалуйста. Да, ради бога. Вы мне... Я у вас спросил, самое главное, выпить можно? Вы сказали нет. Я открыл. Сейчас разговор-то за другое. Подожди. За жалобу. Что там насчет жалобы? Да, конечно, номер телефона свой.
112. 112? Да. Верните мне деньги. Тут как бы такая проблемка, 6 минут на ожидание у нас, и да? Мы сделали круг. Да? Да, 150 рублей выходит. 150 рублей, да? Верните. Да. Ну, 150 рублей возьмите. Ну. Почему вы такие нахуй неблагодарные, я не пойму. Благодарны? А почему да. Вы такие борзые? Ну, то в смысле есть, борзые? То есть, если вызвали... А что я себе такого позволю? То есть, если вызвали машину, значит можно все. Пить, курить, подождите, есть. Правильно? Я у вас узнал. Не, я у вас спросил, правильно? Пить можно? Вы сказали нет. Я допил. Мы отъехали, да. Ты такой, братан, можно это, ну, пивасика попить все-таки? Под ты мою сказал, ответственность. Нет. Нет, да. Проблема в чем? Проблема в поедании в салоне автомобиля. А, еды. Нельзя, да? Да. Ну все, хорошо, верни мне. Жалоба. Так, 800, итого 650 рублей, да. Не, ну знаешь, ты вроде да как нет, бы ты не взрослый. Прав просто. Не, ну ты вроде... Да, конечно, я взрослый, что? У тебя да. Шаверму, блядь, поел, блядь, ты мне что, панику поднял? Я знаю, ты завтра поедешь нахуй в автосалон, ты, ну и помоешь машину, и... Да мне в этом не нахуй ни при чем. Вообще ни при чем. Да я нет. Полтинник сотку добавлю, я буду пить, сидеть на первом сиденье. Ну, пожалуйста, только, ну, не в этой машине. Да, да ради бога, 3, ради 4, бога, 4, брат. 5, 6, 650. А знаешь, 650. Ну, насчет там жалобы как-то... Жалобу не я знаю. Подам по-любому. Не по-мужски вроде. Да в смысле не по-мужски? Не по-мужски у тебя в машине есть, бля. Я целый день, сука, на стройке проебашил, нахуй ты мне говоришь, нахуй есть. Но это ты считаешь нормально по-мужски, да? Ну, если на такое понятие, то ладно, что. Не, ну ты считаешь, всего хорошего. С Новым годом. С наступающим. Давай, брат. Давай, удачи. Давай, не болей. Просто если вызвал такси, значит можно все. А поездка была в Гвардейск. Увы и ах, не состоялась, жалоба. Хуй знает, как-то, блядь, все это странно, да? Знаете, с той серии, да, такой, я целый день на стройке, ебать, а я вот выехал во сколько? В 10, и я, максимум, что я поел, это чай и йогурт. Я же, блядь, не ною, я же ничего об этом не говорю, а время уже 8:20, ничего страшного же, блядь. Я ж, ну, сейчас не сядет и не скажу, бля, прикинь, я вот сейчас достану шаверму, буду при вас есть. Это разве мужской поступок? Я пожалуюсь. Ты, если не вывозишь базар, то, блядь, не говори вот такую хуету, блядь, вообще. Пиздец. Я пожалуюсь. Блядь, если бы это сказала бы девушка, женщина, я бы понял, бля, базара нет. То есть они, в принципе, ни на что больше не способны, как поставить кол, там позвонить. Ну ты, сука, у тебя там что, между этих ничего нету, что ли? Я пожалуюсь, блять, пиздец. Куда мы, ребята, с вами вообще катимся? В какую бездну? У нас, получается, бабы начинают решать всю хуйню, блять. Мужики мужского, у них вообще ничего не осталось. То есть они уже начали жаловаться, блять, службе. Вообще пиздец, я в ахуе, блять.